можем тэпаться. Так, что-то тут тэпнуться-то и нельзя, да? А что это? Картограф? Покупайте карты, чтобы узнать местоположение сундуков со снаряжением загадок и потерянных книг. Вот так вот. Да подождите, незримые это же мы? Мы же незримые? Или незримые это орден? Господи, я уже запуталась. У меня уже крыша едет. Он предал-то нас или незримых? Ну, в смысле орден. Орден, вот ну чё, Михалыч. Незримые это мы? Орден СС Инов это незримые. СС Инов это ты смешно придумал. СС Ин. Прапор, ты СС Ин? Или просто любишь СС Инов? Не устану так писать. Кстати, да, у нас же смайлик есть для СС Инов. Правда, он херово вышел, но... Там подразумевался ассасин. Да что ж говорю, это так? Басим, ты узнал все, что смог о тех троих? Если нет, твои труды еще не окончены. Так, подождите, давайте глянем, все ли я узнала. Все ли я узнал, все ли я узнал, все ли, все ли, все ли, все ли я узнал. Так, поговорите с Рошан. Глава ордена находится в Багдаде. Глава ордена носит имя Аль-Бахамут. Ариб не состоит в ордене. Кабиха Аль-Пайрика, кажется, ведут какие-то совместные дела. А Тахириды предали Аламут. Ну, то есть, писательницы точно нет. Вот насчет Кабихи вопрос, которая мамаша, да? Похоже, ты не принял решение. Ты принял решение, Басим. Что ты узнал? Ариб невиновна, что нельзя сказать о наместнике. Он заключил сделку с орденом и убедил своих братьев отказаться от защиты Аламута. Табан, этого мы и боялись. Теперь врагам ничто не помешает напасть на нас. Да, взамен Абу Абдаллах отказался от всех притязаний на престол. Тот отойдет избранник ордена, который возглавляет. Его мать. Убьем Кабиху, обезглавим орден. Где она сейчас? Бежала во дворец. Если не будем медлить, можем спасти Аламут. Дай мне перо, наставница. Кабиху ждет скорый суд, и его должна свершить я. Что? О чем ты говоришь? Тебе пока не хватает опыта. В прошлый раз, когда ты оказался во дворце, там случился переполох, мягко говоря. Разве я не проявил себя с тех пор? Наставница, я заслужил право. Что именно? Право на убийство? Нет, я не о том. Каждый из нас наносит удар за всех. Или гордыня побуждает тебя сделать все самому? Не гордыня, наставница, а долг. Я поклялся оставить позади прежнюю жизнь, идти дорогой теней, служить свету, и я сдержу эту клятву. Кабиха опаснее всех своих подручных. Убей ее быстро и покончи с этим. Отбрось сомнения. И камень порой плачет. Кто она такая, чтобы мешать тебе убить Кабиху и поучать тебя? Моя наставница, без которой мое хладное тело осталось бы на улицах Анбара. Что ты теперь следишь за мной?
Да, имен. Как и всегда. Значит, ты просто прикусишь язык, будешь убивать ее врагов и безоглядно служить. И до самой смерти Джин будет терзать тебя в лачуге, откуда ты хотел сбежать. Ты знаешь, где меня искать, когда исполнишь свой долг. Блин, мне так нравится, знаете, типа... Из серии «Ты ее не слушай, ты меня слушай». Ты что, хочешь, чтобы тебе, типа, указывала какая-то девка? Сколько людей погибло, и каждый кровавый след ведет к тебе. Аль-Бахамут – последняя маска, которая осталась дернуть. Ты отравила Васифа, отобрала Васифа охотиться на мятежников, спустила Аль-Гула. Господи, ради чего? Ради какой-то безделушки из давно позабытой эпохи? Неважно. Увидимся во дворце. Там я лишу змею головы. Убейте Кабиху. Кабиха, глава Ордена Древних, покинула свои покои в гареме и спряталась во дворце халифа. Скорее всего, территория хорошо охраняется, если вспомнить, как последний халиф встретил свою смерть. Однако Кабиха, возможно, доверяет свои тайны узкому кругу избранных. Ищите способы проникнуть во дворец халифа. Так, ну что, финальная миссия. И как раз конец стрима. Блин, не успели мы сегодня... Нет, подожди, что-то еще было. Почему Энкиду недоступен? Было же что-то еще, нет? Странно, я была уверена. Достигнут ранг мастер! Фломастер! Я фломастер SS Enough! Как звучит ужасно. Фломастер SS Enough. Что там, бунт? Похоже, Али все-таки решил напасть на дворец. Его повстанцы отвлекут стражников. То есть надо открыть дверь? Эй, незримый, поможешь нам пробраться через ворота, они заперты внутри? Похоже, вы рветесь в бой, братья. Посмотрим, что можно сделать. Мастер SS Инов, блин, я теперь буду это постоянно говорить. Кеква! Кеква! Кеква. Плющит меня не по-детски. Жесть, мазилочка кусается. Вот он, конечно, войк. Нужно двигаться быстро и тихо. Кабика будет настороже. То есть мне нужно впустить чуваков или нет? Походу надо впустить чуваков, да? Ой! Да я же жму! Что за хер? Так,
дверь на засове. Зашибись, я вижу. А можно как-то это убрать? Ёк-макарёк. И чё я сюда шла? Как открыть? Разбить попробую. Сейчас там вон чувак идет. Боюсь его. Чувак, уходи. Не обращайте внимания на кустовые ноги. Вам незачем интересоваться происхождением их попадания туда, да? Именно, но... Именно. На тебя. Чих-пых. Чих-пых есть. Так, давай-ка попробуем. О, реально. Хаос, будь мне другом. Скрой мои... шаги. Как поэтично. Музыка скрасит тоску. Отвлеките стражников. Алло. Почему я не могу с ней поговорить? Лол. Недоступно. Почему? Понял, ладно, в жопу тебя. Блин, ну надо, чтобы она их отвлекла. Ты превосходно играешь. Боюсь, ты пришел слишком рано. Я еще не выступаю. Мне кажется, ты уже можешь сыграть вон для тех стражников. Возможно, но не бесплатно. Держи. Благодарю за поддержку искусства. Чат, буду благодарна за поддержку искусства моего стрима. Слуги ходят, где ходят. Он поможет мне открыть запертые двери. Чего? Кто? Он? А что с ним надо сделать? Найдите способ проникнуть вовнутрь. Воздух так тяжел, тяжел сегодня. Наступили опасные времена. И все так негостеприимные. Разве нам не завещали почитать гостей? Верно. Но когда Аль-Мутава Акиля убили в его зимнем дворце, стражники здесь стали усерднее. Я заметил. Куда ни пойду, вокруг лишь недружелюбные взгляды и запертые двери. Если бы этого хватило, чтобы открыть их. Да, я ворота открыла. Открытая дверь воистину бесценна. А мне нужно переодеться этим евнухом или нет? Благодарю тебя, сын мой. Теперь тебе откроются все двери. Надеюсь, гостить станет приятнее. Благодарю тебя, пирожочек. Я уже чувствую ветер перемен. Можно не беспокоиться о замках. Отлично. Так, там кого-то можно подслушать.
Как можно вообще столько мыться? Говорят, Кабиха тоже любит посидеть в ванне. Видно, сын пошел в мать. А что, здесь сын? Нет? Так, тут какой-то... тут опять ворота открыть надо, да? Вторые? Давайте попробуем. قد يرشدني ابن قبيحة إلى والدته. إنهم يقتحمون المكان. نحتاج رجل. أيها الوقت المحظوظ. Ты на ПК или Xbox? На ПК. Играю на ПК. Так, вот этих надо пройти. Найдите ключ от двери. Да мне сказали, что все двери открыты. Так, вот они, да? Я могу убить двоих. Еще два, да? Блин, это плохо, пипец. А их никак там не отвлекут? Иди сюда. Блин, меня запалили, твою мать. Давай. Ай. Жесть. Здесь оказывается несколько видов добиваний. Так, а дворец халифа это сюда, да, получается? Угу. Почему дворец идет в подземлю? Кек-пэ. Это что такое? Дверь заперта с другой стороны. Понял. Дверь заперта на засов. Да вы меня заколебали! Вы сказали, что у меня двери все открыты будут. Ух ты, блин, я бы в такой ванне покупалась бы. Хотя вы представляете, сколько, блин, воды надо, чтобы такую ванну набрать? Жесть. Far Cry играешь? Крутая игра. А, нет, мы до Far Cry еще не дошли, но я думаю, обязательно дойдем как-нибудь. Так, вот эту дверь надо открыть обязательно. Так, тут, возможно, можно будет как-то... открыть двери. Или нет? Нет, походу нет. Твою мать. И как ее открыть? Можно найти в банях, но там дверь закрыта на засов. То есть там чуваки уже двое ворот прошли, а они, короче, вообще не это... Да что за... А как? Дверь чем-то заблокирована с другой стороны. То есть ее надо с той стороны разблокировать. Правильно? Хочу тебя огорчить. Я на приставках не играю. Чего? Там есть с первой до шестой серии? Да, да, я видела. Но мы еще не дошли туда. Так, ну вот там в окно я не думаю, что у меня... Хотя, а если вот там? Через два окна у меня получится пробить или нет? Как думаете? Так, а вот это можно, кстати... разрушить, нет? Через два окна. Нет, ну-ка, если... А если присесть? Нет, да что ж такое-то, а? Может, тут есть окно? Да хорош, ну, чувак, ты уже заколебал меня. Господи, ты задушила меня. Игра, пожалуйста, отстань. Дай я тебя закончу и уйду. Да. Короче, прапор, давай подсказывай, потому что у меня начинает игра душить, я начинаю нервничать, я уже хочу закончить и забыть про нее. Когда-нибудь Эля пройдет все части Far Cry, впрочем, это уже совсем другая история, это да.
Пойду пописываю свои красивые писаю, прожду от тебя подсказку. Я тут, а? Я тут. Какие игры играешь? Так, я на самом-то деле во все играю, во все. Я, так сказать, игровая проститутка. Да не, на самом-то деле, да, я пытаюсь познать все жанры, все, что симпатичненько, все, что может нравиться. Вот единственное, что я, наверное, не люблю хорроры, потому что я очень пугливая. Вот, я очень пугливая, я могу испугаться и в обычной игре, мне для этого не нужно обязательно играть в хорроры. Вот, как-то так. Как оцениваешь перспективные тюлени войны? Сидит там, луркает водка втихаря. Так... Через орлиное зрение посмотри, может, где есть, где можно разбить окно, либо окно, через которое можно разбить засов. Такие окна не показывают засовы, вот в чем прикол, понимаешь? Тут просто светится дверь. А, там дырка есть. Там есть дырка, чат, подождите. Давай, в дырку давай. Давай в дырку. В дырку, давай. Так, все, тихо, чат. У нас финал. Голый мужчина, смотрите. В набедренной повязке. Где сейчас твоя мать? Ты хоть представляешь, кто я? Где Кабиха? Не знаю. Я не видел ее с того дня, как она вынудила меня отдать все. Где она может прятаться? Думай. Есть один проход в библиотеке. Однажды я пошел за ней, и она что-то делала с книгой. Так вот, где она спряталась, когда мне грозил плен и унижение. Меня хотели убить, и... Он вспомнит его. Я тебя знаю. Ты был там ночью с тем предметом в руке, и мой отец. Его тело лежало у твоих ног. Этот свет и голоса. Я думал, что сошел с ума. Да, все так и думали, кроме моей матери. Она... Ты ее убьешь? Ты не остановишься, пока не прибьешь нас всех? Сперва ученый, теперь Кабиха. Члены ордена любят прятаться среди книг. Здорово, мужики. Еще как? Там еще один, да, есть? Там их три, да? Меня туда путит. Как отправить смайлик на эфир? Через мемалерц, наверное, если ты про это. Похоже, за стеной еще одна комната. Ну как в нее попасть?
за стеной еще одна комната. Укушу тебя. Смайлик можно отправить через какие-то команды, но через команды, вот как ты прожал, это больше звуки. Также можно использовать смайлики, которые в чате для фолловеров, для бесплатных и платных подписчиков, а также через мем-алертс. Мем-алертс — это платная фигня, ты переходишь на сайт, покупаешь мем-коины и за них отправляешь все, что тебе там души угодно. Анармус, здравствуй, у меня флешбэк, мне как-то мужчина ночью тоже говорил в дырку давай. А видео есть? Я бы глянула. Мне как-то нехорошо. Пока, Эля. Приятного завершения стрима. Удачи, приятного отдыха, сладких снов и до новых встреч. Жесть! Но ты там не болей. Давай, пока. Что Айб читала тогда в саду? Океаном бушу, я смягчу бури твои. Пустыня поля, и я в твой жар окунусь. Коброй ударь прямо в грудь мою. Голубем ввысь вспорхни, но сядь в гнездо, что я совью. Куда пойдешь ты, и я пойду. Где отдохнешь ты? Так, здесь много книг Ариб. Кабиха поклонница ее таланта. Синяя, черная, белая, желтая книги. Так, ну это мы прочитали. Что, все книги начитать? Ой, боже мой, ну ладно, пошли. Пошли читать чат. Какой книгой Кабиха отметила бы тайный проход? В ее кабинете была книга Ариб. Желтую, красную, белую. Давай желтую. Возможно, в одном из ее стихов подсказка: симметрия неба или океан, пустыня, кобра, голубь. А где красная? Белую давай. Какие она сказала книги? Он, вернее. Возможно, в одном из ее стихов есть подсказка. А где ее стихи? Где ее стихи? Где ее стихи? Что, вниз, получается, идем? А почему он медленно идет? Почему он не может бежать? Потому что это библиотека. В библиотеке надо вести себя тихо или что? Океан, пустыня, кобра. Вот стихи. Океаном бушу, я смягчу бури твои. То есть, соответственно, тут либо синий, либо голубой, либо какой белый. Серый. Пустыня, поля, я твой жар окунусь. Желтый. Кобрам ударь прямо в грудь мою. Кобра какая? Черная, наверное. Голубем ввысь спорхни, насядь гнездо, что я совью. А есть еще какой-то стих? Вон еще стих. Призыв. Мечтаешь о мире, в котором владыки занимали бы престол не случайно, родившись в нужной семье, доказав свою мудрость и силу, прежде чем занять престол? Сомневаешься в прописных истинах? Удручают ли тебя обычаи людей низких? Служишь, хотя место твое среди тех, кто должен повелевать? Опостылело преклонять колени? Если так, ищи нас среди книг. Стань пастырем заблудшего стада, сияющим символом порядка и света. Не каждому дано управлять и повелевать. Играла в Atomic Heart, там добились робота. Да, в Atomic Heart мы играли и в DLC, и в полную игру. Синий, желтый, красный и четвертый. Я до тебя доебусь! Четвертый это какой? Так, давай сейчас. Господи, как он медленно идет. Меня это так бесит, не могу. А третью книгу мы клали или нет? Нет. Так, синий, желтый, красный, четвертый цвет какой? Черный? Синий есть. Так, сюда. Синюю книгу мы ставим.
Почему третий красный, ты считаешь, прапор? Там же про кобру было, а кобра черная. Хотя в грудь кусает, в груди сердце красное. Ну, допустим, поставим красный. А, нет, красный. Так, прочесть стихи. Мада аншадат ураиб? Турка л-мухит саяхлю би мета асафа. Пустыня опаляет твой жар, окунаюсь, желтый. Кобра, ударь прямо в грудь мою, ты черный. Голубем выспорхни, но сядь в гнездо, что я совью. Давай черную книгу поставим. Последняя белая. Но, если честно, я бы белое первым поставила, потому что бури больше на белое похоже, а голубь как раз-таки синий. Ну ладно, сейчас попробуем так белую книгу поставить. Чат, какие мы умнички. Кто-то потрудился, чтобы спрятать это место. Незримый. Ай, беги, давай, быстрей. По полям, синий трактор едет к нам. Опа. И потеряли девки. Сколько лет я провела в поисках. Осматривала древние книги и гробницы, искала следы забытых сказаний, гонялась за слухами и легендами. А мне ведь просто нужно было подождать, пока ты не придешь ко мне сам. Красиво. Наш блудный отпрыск прибыл. Но его суть сокрыта от него. Твои дары не удивляли тебя? А ведь ты видишь больше. Знаешь больше. Даже мой сын задумался о том, кто предстал перед ним, когда понял, что ты пробудил дар древних одним касанием. И кто же я? Ты больше, чем человек. Довольно загадок, отвечай. К чему слова, когда можно показать? Идем со мной в Аламут, под стенами храма, в нем кроются знания. Твои по праву наследия. Твои братья скорее погибнут, чем позволят тебе завладеть ими. Но не страшись, Басим, мы продолжим путь. И освободим тебя. Нет! Что за яд ты так охотно пил из ее губ? Она сказала, что я больше, чем человек. Что это значило, Рошан? Что скрыто под нашим храмом? Вход туда запрещен, и тебе там искать нечего. Я рассказывал тебе о своих кошмарах, о джине. Ты назвала их слабостью, велела избавиться от нее, и я пытался, но ты скрыла способ. Ты оставила меня в одиночестве. Ты не одинок. Не ты первый идешь дорогой теней со сломленным духом, Басим. Собери его осколки воедино и залей свою боль в наше братство. Очистись от яда, которым она напитала тебя, и вернись к нам. Вновь стань обычным человеком и нашим братом. Или этого тебе слишком мало? А если так и есть? Следуй по пути, который она проложила, и тогда я убью тебя сама.
Илюш. В Google Play есть смайлики? Не знаю. Нужно выбраться отсюда и рассказать Нихаль все, что я узнал. Стража, стража, сюда! Так, а, вот, нам сюда надо, да? Ой, бля, чуваки, давайте не надо. Вас так много, я не готова к групповушечке. А где мои воинственные люди? Там в жопу идите. А, нет, я хочу жить. Беги, Басим, беги. Беги. Убегай. Убегай от них, убегай. Мне снова удалось сбежать, оставив позади разрушение. Там пошел в жопу. Так. Ой, куда бежать, куда податься, ведь сердцу нечего стесняться. В Google Play смайлики, я не знаю, если честно. Ребят, объясните человеку, где смайлики можно достать. Потому что я не совсем понимаю, что у меня спрашивают. Убегаю я, убегаю. Куда мы бежим? Мы бежим от своего прошлого к своему будущему. Вопрос Павелецкой пробегает, жесть. Так, все, я вроде... А, нет, стоп, там вояки. Твою налево. Анармус, ты милый мой, Анармус, та-та-та-та-та-та. Кстати, Анармус, ты уехал или ты в Москве? Так, мы будем этого убивать или пробежим мимо? Давайте мимо пробежим. Сейчас было бы прикольно, если бы, знаете, сделали как. Короче, если мы много убивали за наше путешествие, то джин нас сожрет, короче, в нашем сне. А если не убивали, то все ок. Так, кстати, теперь можно тэпаться, да? Вот, чтобы люди реально проходили игру по стелсу. Здорово, пул! Где можно скачать? Кого скачать тебе нужно? Почва под ногами будто дрожит. Мне нужно вернуться на твердую землю, домой к Нихали. Это нереально сделать, так как Басим выживет 100%. А, точно, это же часть перед Вальгалой, да? Китти, здорово! Как делища. Я опять есть хочу, да что ж такое? Боженечка, помилуй! Зачем столько жрать? Ну что, пиццу заказывать на ночь глядя, 10:30? Чтоб жопа росла. Ладно, иди в жопу. Я бегу домой, волосики назад. Это ты куда? А, ну, мам, ты придумал. Я бегу назад домой, назад домой. Так, я хочу, чтобы у меня вот этот вот мужчина, который вот этот, да, очисти меня. عليك تقبل هذا كدليل على براءتي. أيها تنفس السعداء يا صديقي لا تخف. يا صديقي.
Там в Вальгале какая-то Санта-Барбара началась. Устал, если честно, за сюжетом следить. Я обычно, когда хочу релакснуть, короче, или на что-то позалипать, вот, я знаю, что меня на стриме это смотреть не будут, но зато мне кайфово. Я всегда иду в Вальгалу. У меня даже последние DLC купленные, но я в нее так и не пошла, блин. Там, блин, понятно. Знаешь, такая фраза есть. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Но это, видимо, непробасимо. Уи! Так. Басим, ты в порядке? Басим. Я не знаю, но ты не ошиблась, Нихаль. У Кабихи, моего врага, были ответы. Что ты узнал? Во мне кроется больше, чем казалось. Кабиха пыталась рассказать правду, а моя наставница хотела ее скрыть. Мы все узнаем в Ламуте. Значит, отправляемся туда? Вы точно хотите покинуть Багдад? Вам нужно будет пройти путешествие Басима в Аламут до конца, прежде чем вы сможете вернуться в Багдад. Да. Пойду туда, Нихаль. Но в одиночку. Без меня ты не справишься. Зато тут тебе ничего не грозит. Мне ничего не грозит и с тобой, а тебе со мной. Возможно, там меня ждет лишь опасность и гибель. Возможно, там меня ждет вот там. Если такова моя участь, я приму ее, но рисковать тобой я не стану. Куда пойдешь ты, и я пойду. Где отдохнешь, и я отдых найду. Я буду следовать за тобой, повторяя каждый шаг. Ой, она умрет. Ты никогда не будешь один. Собирайся, мы не покинем Аламут, пока ты не найдешь ответы на свои вопросы. Ой, она умрет, 100% умрет, чат. Прям жопой чую. Вперед! Это фпсики в ролике проседают прям. Слушайте, а по истории ассасинов был же кто-то, кто предал кредо, да, насколько я помню? В логиках там лог на 31 фпс. Тогда понятно, почему все так плохо. А, то есть им прям через пустыню вообще надо ходить. Красиво. Че, уехали и не взяли с собой воды? О, господи. Альтаир предал кредо? Что там? Кровь была? Пропустила. Кровь, да. А, он упал в сон, что ли, или что? Я что-то не понимаю. Что произошло? Рошан? Привет, Тедди, спасибо. Не такого приема ты ожидал, верно? Зато тебе повезло оказаться не здесь, когда тахириды пришли за нами. Что произошло? Я боюсь, Аламут пал. Меня послали за помощью. Я отправился в пустыню искать наши дозоры и нашел тебя. А со мной никого не было? Нет. Ты был один. Значит, Нихаль жива.
ورشان. А где Рошан? Я надеялся, что вы вернетесь вместе. Идем, брат. Нужно двигаться дальше, найти выживших и очистить Аламут от захватчиков. Боюсь, я не смогу. Так плохо. Они поплатятся за это, все до единого. Возмездие не наш путь, брат. Не наш путь? Даже истекая кровью, ты цепляешься за эти глупые догматы? Ради чего? Наша кредо не защитила Аламут, и я с этим не справился. Как и я. Но ты до сих пор дышишь лишь благодаря нашим убеждениям, и потому обязан спасти всех, кто еще жив. Тут я с тобой согласен. Клянусь, я спасу их. Нам больше не о чем говорит, брат. Иди, спаси всех, кого можешь. Короче, так, есть несколько теорий. Значит, Нихаль, либо вообще призрак в нашей голове. То есть, на самом деле, она умерла еще в тот день. Либо она вообще выдуманная подружка, ее не существует. Это во-первых. А во-вторых, она встала на сторону Ордена, потому что ее влекут все эти загадки. А что в-третьих? В-третьих, я не придумала. Герх, эти смайлики получаются за фоллоу, бесплатную подписку, или за платную подписку. По-другому никак. Есть еще смайлики, которые доступны по Better TV и 7 TV. Но если ты с телефона, я не знаю, как их качать. Моя лошадь там, внизу. Теперь она твоя. Удачи, друг мой. Пропортника пси. Нур, наши дозоры, обучение, будто прошла целая вечность. Тише, тише, девочка, все хорошо, все хорошо. Твой хозяин передал тебе тебя мне. Грустно как. Грустная музычка. Наш храм. Я должен увидеть то, что кроется под ним любой ценой. Сколько крови и мертвых. Вот что для Кабихи значило продолжить путь. Нихаль, умоляю, останься в живых, где бы ты ни была. Он бот, мне кажется, а ты прапорник Апси. Герх бот по поводу смайликов пишет, думаешь? Не знаю. То есть прям всех убили. Часть моего клана еще жива. Наставник Райхан среди них. Птицы же палят меня. Вау! Ну и что ты? Он какой-то суицидник. Так, что меня там запалили, да? Ах.
يأتي هذا. Иди в жопу. Ладно, легче, думаю, пробежать просто. Просто пробежать легче. Так, а мне куда надо? Мне вот туда надо. Блин, да как он меня нашел-то, козел? Теперь я горю. Я горю! Да ну, вас в жопу. Ай-яй-яй, блин. Иди сюда. И вот почему у меня скрытой атаки не было? Ну что за дресня? Ой, божечки, кошечки. Иди в жопу. В огне дерется. Так, у меня там были еще вот эти вот штуки. Так, давай-ка мы тебя... Ух ты, ёб твою мать. Так. Вали. Ах ты, падла! На тебе. Басим! Басим, как? Я думал, ты в Багдаде. Где все остальные? Где Рошан? Я пришел один, за тем же, что и эти люди. Я узнал правду, наставник, о храме и о том, что кроется под ним. Мне рассказали наши враги и торопили с поисками, ибо лишь я мог преуспеть. Ты? Так вот, почему Орден вынудил Тахиридов разорвать Аламут. Значит, ты. Ты их ключ. Сейчас он меня убьет, да? От чего? Что ты защищаешь такой кровавой ценой? Древнее место. Многие поколения нашим долгом было стеречь его и защищать от Ордена, который жаждет раскрыть его тайны. Проход туда скрыт в храме, но послушай, Басим, хоть это и запрещено, я искал путь туда и ничего не нашел. Значит, я отыщу его сам. Отступись. Ты разве не понимаешь, что Орден этого и хочет? Если то, что мы сторожим, попадет в дурные руки, только в мои. Оглянись, посмотри, какие силы Орден готовит направить против нас. Если я обрету знания, которые они ищут, мы наконец-то получим преимущество в нашей вечной войне. В этом залог нашего будущего, всех незримых. Мне кажется, Басим ЧСВ стал. Он, короче, стал ЧСВ, что-то себе придумал, что он там супер важный. Понятное дело, что он хочет ответов. Да, как и любой другой человек. Но как-то он, типа, берега попутал, мне кажется. Дико извиняюсь, дайте 5 минут перекурим, пожалуйста. Хорошо, хамстер, хорошо. Так, я пока поищу. Иди быстро, что ты там хочешь. Писи и кури, что ты там хочешь. А я пока поищу. Мне надо боезапас пополнить, мне кажется. У нас еще впереди драка будет.
Он же уже мастер. Но, типа, это недостаточно. Он, видимо, хочет ответы насчет Джина узнать. У меня такое ощущение. Никаких курить. Ой, а что это? Подарок в благодарность от тени Аламута. Мне довелось познать отчаяние, находясь под пятой человека, столь могущественного, что помощи ждать было неоткуда. Но потом случилось чудо, меня освободили от этого бремени, и я снова могу дышать полной грудью, ведь моего врага сразили те, кто прячется в тенях. Молюсь, чтобы вы получили этот знак моей благодарности, и верю, что так и будет, ведь вы вернули мне веру, благодарное сердце». Очень похоже, знаете, есть аниме, которое тоже типа про тени. Типа те, кто прячется в тени и убивают в тени, что-то такое. Здорово, Зиолио. Предупреждение из Багдада. Наш друг в Багдаде сообщил, что буря поутихла, однако каждый день приносит новые беды. Сын Аль-Мутавакиля, которому не дали возможности занять престол, намерен заявить о своих правах. Наш друг опасается, что не сможет вести войну сразу в двух направлениях и ждет нашей помощи на обоих. Настоятельно прошу тебя пересмотреть свое решение насчет союза с повстанцами. Райхан. Новый дом для незримых. Брат, ходят слухи, что в Иерусалиме хранится артефакт огромной силы, один из трех, что так старательно ищут наши враги. Незримым пока не удалось там закрепиться. Мы решили, что получим преимущество, если закрепимся за пределами города и откроем конторы в его стенах. Возможно, получится обосноваться к северу. Что скажешь, наставник Райхан? В Иерусалиме? А кто-то... Ой, какая-то часть игры была в Палестине? Ой, в Иерусалиме. Все? Еще что там? Письмо от Али. Райхан, когда мои люди в порту узнали о доставке груза для Халима, мы по доброй воле поделились этими сведениями с вами, но так и не получили ничего в ответ. Храните свои тайны, если это так нужно. Однако мне нужно убедиться, что делу повстанцев ничего не помешает. Аллах привел меня к вам, чтобы я стал светом на вашем пути теней, не забывая об этом. Али, лев Зинджи. Это тот самый Али, который заколебал меня? Поделились с вами сведениями. Чувак, я твою жопу спасал несколько раз, ты офигел? Ты золото, спасибо. Все, пописали, идем дальше. Так. Так, ну я бы еще на самом-то деле пополнила бы запасы. Что-то мне кажется... О, вот еще сундучок, отлично. Там кто-то еще, кстати, это... Еще в заложниках. Шукран, Басим. Ой, слиться с окружением-то зачем? Лол. Зачем они сюда это вставили? Кикве. Так, что у нас тут? Есть что полутать? Вроде нету. Ну все, туда идем тогда. Так. Так, ой, нет, мне надо вот туда. Но, скорее всего, нас реально пустят в пещеру. Храм. Пора закончить, покончить с этим. Ничто и никто не встанет у меня на пути, но сейчас я слишком близок. Сейчас наставница у нас на пути встанет. Жопой чую. Давай, Геркс, доброй ночи. Вас слишком мало, чтобы остановить меня. Впереди снова враги. Очевидно, я на верном пути. Ой, их там много. Пойдем поверху, да? Сзади вроде никого нет. Нам тут нечего делать. Приказали же захватить храм, а не... Не ходить, я знаю. Ой-ой-ой, там чувак какой-то. Они же меня не видят. А, увидели.
Найдут или не найдут, как думаете? Нашли? Серьезно? По запаху? Запас полон, окей. Чё, у меня нет дудки? Дудка не работает, чё за фигня? Посмотрим, смогу ли я добиться того, чего не добились эти чужаки. Найдите потайной вход. Что за колдовство? Постой, мне знаком этот знак. Зам, откройся. А, нет, стена превратилась в дверь. Наставница. А я ведь предупреждала тебя. Последний шанс. Блин, серьезно, надо наставницу убить? Хорошо. Жесть, Final Boss, чат! Так вот, до чего все дошло. Мы сражаемся насмерть. Это, по-твоему, братство? В братстве все едины. Там нет места тем, кто хочет возвыситься над ними. Ты считаешь, что это моя цель? Очнись, Басим. Ты ищешь, ты идешь путем ордена. Тех, с кем поклялся сражаться. Исполняешь их поручения и ставишь под угрозу то, что поклялся защищать. Свободу воли. А что до моей свободы? Как оберегать то, в чем мне отказано? Ваше кредо... Так, плечо. Вот ее неуязвимое место. Сейчас, подожди. Да я же нажала Q. Попасть в плечо. Ай-ой, подожди. Так, ладно, этих нету, давай попробуем вот это. Последний шанс. Чего, Ерихон? Запас иссяк. Подожди. Ай-яй-яй. О, как больно, охренеть. Я доверял тебе. Я отдал тебе все, что у меня было. Ты лгала мне. Ты знала все. Ты знала правду. Обо мне с той ночи, как мы сбежали из анбара. Меня пугал возможный исход, но я отбросила этот страх. Мне пришлось. Ученик, победи учителя! Нет! Да за что? А, типа, она бы боролась до конца? Сдавайся.
تسلمي. Сдавайся. Басим. А. Басим. Даха. Оставь ее. Идем. لم أريد هذا. Я не хотел этого, но мне нужно знать правду. لا أريد فقدك. Я не хочу потерять тебя из-за того, что ты можешь там найти. Тебе не нужны тайны прошлого, чтобы понять, кто ты, кем можешь стать. У тебя есть выбор, Басим. Доверься мне. Я пытался, но ты решила, что лучше мной управлять, прямо как наши враги. Басим, сюда. Мне кажется, все-таки Нихаль нереальная. Я знаю, что это. Сейчас она его чик. Ключ. Мне кажется, она и есть джин, может быть, хотя хер его знает. Тоже, а чем он такой особенный, вот понять бы. Вряд ли в этой игре уже расскажут, почему он особенный. Почему он? Там сзади кто-то или мне показал? Рошан пойдет да. Следом. Да. Нет, не сможет. Ты сама видела. А что это? А, это все эти? Опять они. Интересно, какие тайны скрыты внутри? Какие истории они должны поведать? Блин, это же обычная история. Что бы ни было спрятано здесь, оно очень важно. Для незримых, Ордена Древних, и меня. Во что мы ввязались? Куда завел нас мой путь? Поверь, тебе лучше не знать, зачем кого-то могли привести сюда. Надо было Вальгалу пройти? А, Вальгале бы сказали, да? Ну, значит, Вальгалу пройдем, чё? Хотя, мне кажется, мы пока пройдем Вальгалу, я все забуду. Глаза меня не обманывают? Ты видишь это, Нихаль? Я здесь. Как? Все это явно возвели очень давно, не знаю, с какой целью. Вон дверь, вон дверь. Я не помню. Нихаль, я волнуюсь за тебя. Я пропустила какую-то фразу. Из-за чего он волнуется? Что она не помнит? Так, я хочу сходить вот туда. Вот туда хочу. А, тут прям много-много дверей, да? Привет, Димулик. Да в смысле поздновато уже финал, прапор, досмотри, или ты будешь сам проходить и хочешь так сам узнать. Где мы там, господи, все равно пришли. Я вовремя, да, очень. Я прапор таки дала, конечно, да. Я в шоке. Атахдауни айнай? Атарахина ма ара? Нихаль? Она хуна. Все это явно возвели очень давно, не знаю, с какой целью. А я знаю. Откуда? Я не помню. Нихаль, я волнуюсь за тебя.
А, она помнит, но не знает, понял. Так, а куда мне идти нахрен? Что за прикол? То есть мне нужно найти, как пройти? Шо? А сколько еще играть? В смысле, так уже финал же. Или нет? Ну ладно, иди, чё. Я заставлять сидеть на стриме. Так, ну туда меня не путит. Ладно, идем прям по центру тогда. А, ну да, там можно обойти. Михаль, смотри. Вориона. Да иди, Дипра. Что такое? Михаль, прошу, поговори со мной. Нет, 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 нет. Плоховато. Не надо дверь открывать, но идемте откроем тогда. И тут мы попадаем в Horizon. Мне знакомо это место. Нихаль? Васим, типа пришелец? Да не открывай, там твой джин. Не открывай, чувак. Ой, не открывай. Эф ему. Да. Что? Да, Юнг. Не может быть. Я ж говорила, все-таки она нереальная была. Я буду следовать за тобой, повторяя каждый шаг. А, да все, он убил. Выпусти меня! Хватит! Что? Как? Кто ты на самом деле? Давай, взгляни сам. Же. Короче, он убил Нихаль, когда они были высшими существами, что ли? А, это Басим и это. И Джин. Покажись! Как ты смеешь прятаться от меня после всего, что я из-за тебя перенес? Где ты? Нежно-красненькая идти, да? Нежно-красненькая. Джин из моих снов. Фигура из этих видений. Они одно и то же. Значит, вот что это за видение. Воспоминания о прошлой жизни? Они мои? И потому, что кажется, что... И потому кажется, что джин настоящий?
Мой истязатель, источник всех моих страданий. Если это правда, я должен дать тебе отпор. Нет. Почему я вижу все это? Куда идти? Куда идти, куда податься? Задумка «Принц Персии. Схватка с судьбой»? А, да? Это место. Здесь не являются только те воспоминания, что бередят душу. Память о тяжких минутах, когда я ощущал присутствие Джина сильнее всего. Неотступный страх, что накатывает как раз тогда, когда я слаб. Я не понимал, как он появился на свет и почему так упорно преследовал меня. Но теперь начинаю вспоминать. Я в холодной камере и молю о пощаде. Самое интересное, что у Притеч тоже были ножи и кинжалы. У них вроде разное оружие было, не? Тот, кем был я прежде, захотел бы отомстить, но чтобы оставить эту боль в прошлом, я прошу лишь одного — покоя. Кстати, музыку написали такую, что нет аналогов в мире. Впервые такую тему делали, смотрел видос в плане... Так. Пора положить всему этому конец. Кстати, реально, если бы наставница просто его туда пустила, ничего бы не было. Тюрьма. Моя тюрьма. Я совсем близко. Пути назад нет. Джин, я слышу его. Мне что-то надо сделать? Спрыгнуть? Прыжок Верки сделать, да? Прыжок Верочки! Верочка да спасет меня! Теперь я все понял. Я знаю, что ты такое. Болезненное воспоминание из прошлой жизни. И там ты и останешься. Все кончено. Нет, Басим. Это только начало нашего пути, того, что ждет впереди, понимание мира, которое мы оставили, и нашего места в нем. Всю жизнь я отрицал свою суть, то, кем должен стать. Ты была здесь все это время. Та моя часть, с которой я боролся. Отражение того, кем мы были прежде. И кем мы станем вновь? Нас с тобой столько всего ждет. Целый новый мир. Позволь, я покажу тебе.
Мы больше никогда не увидимся, да? Я останусь один. Ты никогда не будешь один. В Вальхалле, короче, будет дальше рассказываться история Басима частично, да? Типа, почему он, что там у него как, да? Очень светло. Кам? Сколько? Кам лабитал. Сколько времени прошло? А, то есть в Вальхалле я узнаю, кто он, да? Даже видите, хорошо, что я Вальгаллу не закончила. Тут прикольная. И она жива. Все кончено. Ты сделал выбор. Теперь мой черед. Она оставляет братство. Вадаан, Рашам бинт Лаха Лаахат. Знакомство с тобой было честью. Идем, Басим, нам многое нужно обсудить. Согласен, наставник. Типа он делал выбор между Басимом и этой женщиной? Или чего? Какой выбор сделан был? Опана, смотрите, его Евкида не признала. Охренеть. Я похоронил память об этом месте. О тюрьме и муках, что пережил здесь. Годами эта память таилась во тьме и во снах. Скрывалась под личиной джина, преследовала и терзала меня, пока не поглотила мои помыслы и наяву. Но я взглянул в лицо своему прошлому, своей боли. Я принял их. Однажды, в другом краю, в другое время, я сбросил свою кожу. Но теперь я вновь един и вспомнил все. Что же до тех, кто хотел сковать меня? Если кто-то из них еще жив, я с нетерпением жду нашей встречи. Но пока что меня ждет новый мир. Короче, я так понимаю, это походу такая типа засылочка на следующую часть по сюжету, которая будет после Вальгаллы. Давайте учить язык предтеч, чтобы понять концовку. Да-да-да.
Ой. Ну ничего, мы пройдем и Вальгалу тоже, и я, наверное, узнаю, о чем тут речь. А, все, можно идти спать, ты и до этого мог идти спать. Так, ну что, мои сладенькие, мы прошли Assassin's Creed Mirage. Надеюсь, вам понравилось прохождение в лице вашей покорной слуги Элеоноры Батьковны. Вот. Всем спасибо, да, всем свободным. Зачем ты так над собой издеваешься? В Вальгалище надо будет доски собирать 2 недели, чтобы сарай построить. У меня там половина уже все построено, плюс мне прапор помогал. Я уже эту игру растягиваю очень-очень давно, вот, просто я ее никак не закончила. Потому что я там хотела карту закрыть на 100%, вот. Но надо будет ее закрыть, мы к ней, наверное, приступим, когда все новинки поутихнут. Вот, и мы спокойно пойдем проходить дальше Вальгалу, вот, но уже, наверное, чисто по сюжету. Я уже не буду карту закрывать, тоже чисто по сюжету, мне просто интересно, что там это самое. Но я так понимаю, это чисто такая, знаете, как это называется, господи, затравочка на следующую часть явно, вот. И я так понимаю... Что-то там он с кем-то в будущем встретится, кто хочет его сковать, что-то такое. Вот. Вроде там другая часть будет, не связанная с Вальгалой. Но она, скорее всего, будет связанная с Басимом. Наверное. Вот. Просто мне нужно больше про Басима узнать через Вальгалу. Вот. И все. Он встретился в Англии. Ты что, мне спойлеришь? А ну уходи, быстро. Доброй ночи, Мазилы. Жесть, вы зачем сидели и терпели-то? Ушли бы. Ушли бы. Уходите. Уходите, давайте. Все, стрим заканчивается. Уходите. Там этих SS-инов 12 штук делают. Да там некоторые делают на мобилке. Это не считается. Я не думаю, что оно будет как-то взаимосвязано по сюжету. Осуждаю субтитры. Ну, почему осуждаешь? Здесь, между прочим, записаны все те, кто занимался игрой. Вот представь, ты бы что-то делал для игры. Ты бы не хотел, чтобы тебя сюда вписали? Понятное дело, что титры не особо-то люди читают, да? И мне больше нравится, когда идет сюжет, и во время сюжета показывают какие-то титры. Так оно, мне кажется, больше читается. Вот. Но и так тоже нормально. А здесь нет никакой этой после титров сцены. Он не про имена авторов, а про что? А, он осуждает то, что нет озвучки. Все, я неправильно поняла, извините. Маму каждого, кто это сделал с франшизой ассасинов, поименно можно в кино водить. Ну, блин, да нет, хорошая часть, почему? Нормальная игра, нормальная, вот. Понятное дело, хотелось бы, чтобы они выпустили вот такого же еще «Принца Персии». Именно «Принц Персии». Вот они выпустят платформер, да, и вот чтобы они еще выпустили от первого лица, от второго, от третьего, господи. Короче, вот как «Ассасин», только выпустили бы «Принца Персии» в жанре фэнтези, было бы круто. Но я думаю, они сейчас, скорее всего, будут тестировать на этой самой... Как ее, господи? Игра, которая скоро выходит, про Пандору. Господи, как она называется? Я уже забыла. Аватар. Вот, про аватаров. Вот, они, скорее всего, по этой игре будут смотреть, как народ будет покупать другие игры, вот, чтобы делать новые игры. Но они, мне кажется, чуть-чуть не туда пошли, но ладно. Нет, там же написано, что игра сделана в поддержку UK. UK — это, если что, Англия. United Kingdom. Вот. В жанре гачи-файтинга? Ну да. Я жду другую игру. Какую? Ты сама говоришь, что кидала, когда пошел спать. Кидала, да. Но я сказала, уходи. Понимаешь, уже ничего не изменит того, что ты хотел, понимаешь? Ты хотел бросить меня, уйти, не узнать финал. Блин, кстати, о, Ubisoft Ukraine, смотрите, сколько людей из Украины делали. In France, Special Thanks Ubisoft Sofia, Human Resources, Ubisoft Belgrade.
А почему его флаг Украины всунули, а все остальные флаги не всунули? Это что такое вообще? Лол. Лол. Портофино менеджмент. А я спать, что ли, сразу ложусь? Я с кровати смотрел бы. Да ты уже прощался, что ты брешешь? Ты брешешь. Там просто флаг Украины был, лучше заткни Нагиус, а то я начну политоту. Да сами разбирайтесь там, господи, я уже стрим буду заканчивать. Что вам там не нравится, я не знаю. Так. А нельзя никак пропустить? Можно? Ту-ту-ту-ту-ту. Опа! А, ну нам сейчас откроется просто город, да? Какой побитенький он уже. Ворота, конечно, такие. Потяганные. Я всегда, когда прощаюсь, ложусь в кровать, на ком же не выключаю, поняла. Шукран. Блин, а почему шу, если шо вроде там? Шокран. Хотя ладно, может, я неправильно сама читаю. Поздравляем, вы прошли Assassin's Creed Mirage, а теперь вы вернулись в Багдад со всем снаряжением и оружием, которое у вас было до последней главы истории Басима в Аламуте. Е-е-е. А, ну, кстати, теперь исходится то, что это... Мираж. Почему Мираж? Не потому, что в пустыне, а потому, что девка является миражом. Жесть. Кстати, чекни клип, сделала сейчас в ЛС кину. Зачем в ЛС-то в этот кидай? Чат же. Ну ладно. Так, продолжить. Так, контракты, всякая фигня. Вот. Ну, в принципе, все, мы закончили. Давайте мы сохранимся. Мало ли, может быть, понадобится прапору еще наши сохранялки. Так, выйти из игры. Вот. Ой, кодировка перегружена. Держись. Держись, ОБС, держись. Так, на Ютубе всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, показывайте нас друзьям.